Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую на матче 10-го тура MLBet первой лиги. Мы с вами отправляемся в великолепный, красивейший город Новороссийск. И сегодня с вами посмотрим за матчем 10-го тура между командами, которые в этом году впервые играют за последнее время в MLBet первой лиги. Команды, которые вышли из второй лиги сюда. И на самом деле обе команды прилично удивляют. Черноморцы — это команда, которая только-только недавно впервые проиграла. Ну а пока в атаке саратовцы. Бабаев, прострел хороший. И что здесь, штанга? И потом мяч уходит на угловой. Прощает Сокол своего соперника сейчас. Великолепная передача на Бабаева. Здесь все в целом неизменно. Вот на Гараева. Гараев хорош. В одно касание мяч принимает. Подача в штрафную. Ой, какой пас! И 1-0 в этом матче! Дотягивается Владислав Руденко до паса как раз-таки того самого Виктора Гараева. Я ждал, честно говоря, что Виктор Гараев все-таки поучаствует наконец-то в голевой комбинации на своем родном стадионе. Подача Антонова. Неплохо. И 2-0! Это снова Владислав Руденко! Что творится сегодня? Два гола подряд за 3 минуты. Великолепно. Сейчас себя проявляет этот футболист. А вот уже и ответ Сокола. 2-1. Ничего себе у нас матч, друзья. Все ждали, может быть, что в этом матче будет мало голов. Вот, пожалуйста, 18 минута. 3 мяча уже увидели болельщики здесь, в Новороссийске. Очень быстро Сокол отвечает. Владислав Морозов. Не самое лучшее расположение. Здесь ошибается Косаревский. Руденко, хэт-трик. Или Антонов там был, сейчас посмотрим. Но Косаревский, конечно, здесь сыграл, конечно, очень и очень плохо. Нет, Антонов, конечно, просто так радовался Руденко, в том числе, что казалось, что у него действительно уже 3-й мяч. Непонятно, как мяч отдает сопернику. Гараев. Подача от Гараева на дальнюю штангу. И сейчас Руденко едва не сделал таких хэт-трик. И опять никого с ним рядом не было. И опять он бьет, смотрите, откуда, с 2 метров, из вратарской. Снова классный вырезающий такой пас от Гараева. И мягкая подача. И вот так вот в районе, наверное... Опа, еще и пенальти! А еще здесь и пенальти назначают, причем спалили на Гречкине. Ничего себе, центральный защитник пришел. Спокойно, очень спокойно использует свой шанс Антон Антонов. 4-1. 4-1 в этом матче, вы можете в это поверить. 14 номер Иван Маклаков, 15-й Алексей Гречкин. Удар поворотом, Фролкин перед собой, отбивает, добивание, дуэл. Гол и нет офсайда. И нет офсайда. Вторая, даже нет, 3-я минута. Тайма по номерам 2. И счет у нас становится 2-4 для Сокола. Дубль оформляет Владислав Морозов. Построиться к мячу, успеть к нему так, чтобы еще второй раз попытаться исполнить. Гараев, классная передача. Вот здесь удар есть. Добивание и удар выше ворот. Шамиль Саадуев. Сложная ситуация, добивал. Дальше в штрафную, опасно, низом, удар поворотом, 4-3. Михаил Мальцев под перекладину мяч гоняет. 7 голов в нашем матче. Михаил Мальцев принимает поздравления от Морозова, и не только от него. Передача в разрез, снова Магомедов. Мяч удачно к нему отскакивает, Магомедов. Сохраняет мяч черноморец, Магомедов бьет поворотом! Зикрула! Магомедов ставит точку в нашем фантастическом матче, друзья! 5-3! Я давно не видел, чтобы футболисты в такой ситуации не побежали к угловому флажку, не стали мяч где-то там держать. 5-3! Итоговый счет. Черноморец одерживает лишь 2-ю победу. Но насколько она зрелищная, насколько она получилась действительно знаковой.